Добро пожаловать на бесплатный марафон «Ешь и худей». Каждый день мы будем давать меню для похудения. Подписывайтесь и получайте регулярную рассылку. А те, кто не участвует в марафоне, найдут ссылку на закрытую группу в комментариях и в описании к видео. Итак, день четвертый. Завтрак. Хачапури с яйцами. Получится 2 штуки. На тесто. 2 белка ротвей, творог 0%, 200 грамм мука, вся ровно 50 грамм, можно хлебную, но тогда пусть чуть оставляет на сбоку. Соль. Желтки яйца используют для смазывания. Начинка. Творог 0%, 50 грамм. Сверхлёгкой до 17%, жирности 30 грамм. 2 яйца отсельные. Соль зелень. Тефтели куриные фаршированные. Брокколи, цветная капуста, 250-300 грамм. Куриное филе перемолотое в фарш без жира, 450 грамм. Лук, 30 грамм. Брокколи, цветная капуста, 100 грамм. Отруби желательно ржаные, 25 грамм. Молоко 1,5%, 70 грамм. Сметана 10%, 1 столовая ложка. Томатная паста, 30 грамм. Соль, специи, зелень. Приготовление. Заливаем отруби молоком и минут 10-15 даем им набухнуть. В фарш из куриной грудки добавляем мелко нарезанный лук, отруби, соль, специи. Брокколи, цветную капусту разбираем на небольшие соцветия. Влажными руками формируем тефтельки, делаем лепешку, кладем в центр брокколи и облепляем фаршем. Для соуса смешиваем нежирную сметану и томатную пасту, добавляем воду, соль, специи по вкусу, доводим до кипения и погружаем в соус наши тефтельки. Соус получится жидким. Тушим минут 30 на умеренном огне под крышкой. Салат из пекинской капусты, лука и шпината. Плюс заправка 1 чайная ложка масла. Плюс пару капель лимонного сока. Ставьте лайки и жмите на колокольчик, чтобы первому получать уведомления на новые полезные видео.